«Колокольный звон – это сердце русского человека», – уверен Сергей Кизим. Он приехал на фестиваль из Динского района. О профессии звонаря мечтал всю жизнь, хотя сам многие годы работал водителем-дальнобойщиком. И только в зрелом возрасте сумел осуществить свою мечту. Как-то зашел в храм и услышал колокольный звон. Он мне тронул душу, расплакался. И очень понравился колокольный звон, и внутреннее такое желание появилось научиться звонить колокола. В этот раз фестиваль собрал 26 творческих коллективов. География участников весьма обширная. Приехали в Анапу практически со всех уголков нашей родины. Заявок было подано больше в 3 раза, чем мы смогли как бы всех принять. Вот. То есть, узнав о том, что значит, у нас проходит фестиваль, вплоть до того, что обижались. А почему вот мы в прошлом году были на фестивале, а в этом году вы нас не пригласили? Прочувствовать красоту и силу колокольного звона смог каждый, кто пришел на театральную площадь. Вместе со звонарями выступили такие известные коллективы, как «Колокола России» и фольклорный ансамбль «Раздолье» из Волгоградской области. В сквере Гудовича развернулись несколько десятков интерактивных площадок. Анапский сельскохозяйственный техникум установил целую лабораторию. Для тех, кого привлекает военная тематика, ребята из Центра патриотического воспитания молодежи «Ратмир» подготовили развлекательный тир. Все, кто хотел проверить себя на силу и ловкость, присоединились к международной акции «Дню подтягиваний». Анапский индустриальный техникум показывал, как за несколько минут можно собрать и разобрать автомат Калашникова. Настроение отличное, столько много разных интересных площадок, мы на всех побывали. Не знаю, великолепное мероприятие, вообще чудесный денек, просто все шикарно, вообще все идеально. Праздник замечательный, все так здорово оформлено, красиво, очень много мест, где можно с детками развлечься, и какие-то новые навыки приобрести, узнать, что в нашем городе интересного, какие вот развивающие центры, потому что не всегда в суете узнаешь, где нужнее, чтобы не тратить время, здесь уже как-то определиться можно, тем более детки маленькие, тоже накануне школы, все это очень важно. Ну и творческое направление, я просто сама тоже увлекаюсь этим делом, можно поближе как-то прикоснуться, какие-то вещи узнать, что-то даже приобрести в подарок. Так что мы очень рады, что организуют такие замечательные дни и погода удалась. Один из интересных стендов представили гости из Белгорода. Они привезли уникальную выставку бумажных поделок. Особенность этих работ в том, что все они изготовлены в объемном формате, и каждая из них является абсолютным эксклюзивом. 3 вида – квиллинг, пластика, бумага кручения и декупаж объемный 3D, как сейчас модно. Это вот представлено. Ну и маленечко резьба по дереву. Работы все свои. Это хобби, не основной заработок. Мы военные пенсионеры, что-то надо делать. Вот занимаемся. Праздничные гуляния продолжались весь день. А вечером на театральной площади состоялся грандиозный заключительный концерт. Руслан Душевский, Анапа регион.